Здравствуйте, с вами Елена и Добрые Рецепты, и сегодня мы с вами приготовим простой рассольник. Двадцать грамм перловки заливаем чистой водой и оставляем замачиваться на несколько часов. С замоченной перловки сливаем воду, выкладываем перловку в холодную воду в кастрюлю. Вода уже другая, не та, в которой перловка замачивалась, и варим после закипания 10 минут. Готовим поджарку. Нарезаем 60 грамм стебля сельдерея. У меня всего в два раза больше для поджарки, потому что я готовлю поджарку заранее и замораживаю. То есть мне ее хватит на два раза. Также нарезаем по 150 грамм лука и моркови. Также нарезаем 500 грамм картофеля. Нарезаем соленые огурцы. Огурчиков нужно 300 грамм. Добавляем нарезанные огурчики в кастрюлю и варим еще минуту. Также мы добавим в рассольник тофу, так будет вкуснее и сытнее. Тофу тоже нарезаем небольшими кусочками и добавляем уже в готовый суп. Приятного аппетита!